В Гродно к республиканской акции присоединились учащиеся колледжей и средних школ. Они возложили цветы к мемориальному комплексу воинам-пограничникам, которые 22 июня 1941 года первыми встретили врага. Несколько дней военные с винтовками в руках противостояли войскам вермахта. Они все погибли, но не сдались врагу. Для меня это очень большой долг приходить сюда и почитать память погибших, поскольку Гродно – это пограничный город, который первый принял на себя удар, и эти все люди погибли для того, чтобы сейчас над нами было вот такое красивое мирное небо. Эта акция очень важна для меня. Я считаю, что это должно быть важно не только для меня, но и для всех. Мы должны посещать такие мероприятия и вспоминать тех, кто отдал свои жизни за нас.